Доброе утро! И сегодня мы с вами поговорим на тему, как сохранять близость между партнерами. Давайте посмотрим, что же такое близость. Она состоит из нескольких параметров. Это такие несколько уровней близости. И, конечно же, первое, с которой мы начинаем, это близость эмоциональная. Это тогда, когда мы смотрим на человека и каким-то внутренним своим чутьем женщины мы понимаем, насколько мы можем быть близки эмоционально, насколько человек меня слушает, понимает, насколько я могу его понять и выслушать. Вторая – это интеллектуальная наша близость, когда мы можем обсуждать одни и те же темы, когда нам интересны одни и те же направления, и нам есть о чем поговорить. И интеллектуальная близость, она очень важна, если вы собираетесь жить с человеком долго, потому что если ее нет, вам просто не о чем будет разговаривать. И еще одна близость, такая разновидность близости, это, конечно же, физическая близость. Это тогда, когда ты смотришь на руки человека, и они тебе нравятся. Это тогда, когда он поворачивается к тебе спиной, и тебе нравится рассматривать его фигуру. Это говорит о том, что человек тебе физически и физиологически подходит. Но чем же тогда отличается любовь от близости? У вас может появиться естественный вопрос. Хочу сказать вам, ну или дать один совет. Если вам важно прийти к состоянию любви, то предпоследний шаг перед любовью – это дружба. Начинайте дружить с человеком. И, девушки, огромный вам совет. Смотрите на мужчин, как на друзей вначале. Не надо смотреть, как на мужа, как на будущего мужа. Не надо придумывать себе вначале того, чего нет. Дружите. И с настоящими мужьями, со своими, тоже выстраиваете дружеские отношения. Потому что следующий шаг – это любовь. А любовь – это тогда, когда есть именно физическое, ваше, телесное влечение. Из чего же складывается идеальная любовь? Прежде всего, конечно же, это потребность нашей души – быть понятой, быть близкой. А также потребность нашего ума, чтобы разделяли наши взгляды, наши ценности, наши убеждения. А также нам очень важно, чтобы понимали наши эмоции, наши чувства. И, конечно же, это физический контакт. Когда маленького ребенка спросили, что такое любовь, он сказал, когда тебя понимают. Ну, и я добавлю – обнимают. Проживайте ваши сложные чувства, открывайтесь им, оставайтесь живыми. С вами Елена, и хорошего вам дня!